Не успел начаться новый театральный сезон, как Пермский театр оперы и балета развернул бурную деятельность. Фойе театра и Государственный архив экспонируют совместную выставку, посвященную истории становления пермского балета. Причем его взлетная полоса – это период Великой Отечественной войны, когда к нам эвакуируют Мариинский театр и Вагановское училище. Как бы ни было тяжело, душа, она стремится туда вверх. И вот то, что здесь во время голода, холода, как в прекрасном фильме Бориса Караджева, Пилецкая говорит о том, что она училась во вторую смену, и оставляли там то картофелину, то луковку, то чесноковку, и они занимались, стоя одной ногой в валенке. Видите, они это все превозмогли. Пока же в театре превозмогают отсутствие новой сцены. Главному балетмейстеру пришлось даже пожертвовать своим личным кабинетом. В нем теперь гримерка. Для новеньких в этом сезоне труппа пополнилась на 16 танцовщиков. Кроме выпускников Пермского хореографического, это молодые артисты из Бразилии, Японии, Кореи, Норвегии и Монголии. Всех их заметили на арабеске. Монгольская балерина, например, уже успела блеснуть на открытии сезона в Лебедином озере. Такого не было еще ни разу в истории, вот за всю историю пермского балета, что выпустившаяся в этом году Булган Ренсендорш, выпускница Пермского хореографического училища, уже станцевала партию Адетте. Еще один сюрприз сезона – вечер современной хореографии в рамках фестиваля «Контекст» Дианы Вишневой. Он впервые выезжает за пределы обеих российских столиц. Главное событие гастролей – премьера совместной постановки Пермского театра оперы и балета и фестиваля. Это балет «Асандр». Его создатель – знаменитый испанский хореограф Гоя Монтерра. Спектакль планируют ввести в репертуар театра. В театре уже поделились планами на ближайшее будущее. Так, в середине декабря мы увидим премьеру. Легендарный балет «Баядерка». А в начале апреля уже следующего года нам покажут 3 одноактных балета, среди которых «Шахерезада». Всем новых открытий в новом театральном сезоне. Полина Рифа, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».